Лось! Лось! Не отзывается. Наверное, здесь просто нет лося. Друзья, всем привет! Выходят новые правила охоты. Ссылку на эти правила я оставляю в подписи под этим видео. И неспроста вам об этом говорю. Сегодня расскажу вам о костюме Chameleon Pro -5 от производителя Triton Gear, который как никогда пригодится тем, кто в этом году будет заниматься коллективной или загонной охотой. В общем, правила почитайте, и вы все поймете. Ну а мы переходим непосредственно к обзору этого костюма. Итак, костюм Chameleon Pro -5 имеет утеплитель. Он создан для комфортного использования в температурах до -5 градусов Цельсия. Главной отличительной особенностью этого костюма являются вот такие цветные флуоресцентные вставки на костюме, которые позволят вам оставаться ярким и заметным для своих коллег по охоте и незаметным для копытных животных, потому что, как вы знаете, копытные животные дальтоники, они не различают цвета, для них вы будете в любом случае однотонным и смешанным с окружающим лесом. Теперь давайте немного расскажу о материале, из которого сделан этот костюм. Это мембрана, которую Triton использует уже давным-давно. Мембрана называется Soft Shell, она очень хорошо себя зарекомендовала. И эта мембрана позволит вас уберечь от легкого непродолжительного дождя, который будет литься на вас. Но вы при этом будете спокойно продолжать охотиться, дождь вам будет нипочем, потому что у этого костюма проклеенные швы, и ни один элемент вашей одежды не промокнет. Специально для этого обзора я одел на себя не охотничью одежду, она сделана из серой ткани, и мы потом после обзора снимем курточку, я вам покажу, что я остался вот после вот этой полторашки воды абсолютно сухой. Переходим дальше к обзору конструктивных особенностей этого костюма. У костюма есть капюшон. На капюшоне встроенный козырек, это очень удобно. Он регулируется по всем возможным плоскостям. По овалу лица, по объему. Капюшон в случае необходимости можно отстегнуть. Он сделан на клепках. Если вам не нужен капюшон, пожалуйста, отстегните, охотитесь без капюшона. Есть воротник, воротник-стойка. Ну, есть два рукава для тех, у кого две руки. Здесь на рукаве есть карман. Карман на влагозащищенной молнии, он очень мягкий. Такие молнии никогда не подводят. У меня на многих костюмах Triton стоят такие молнии, и ни одна еще не сломалась, ни одна не протекла и не вышла из строя. Фурнитура вся очень качественная, все по-тритоновски. На манжетах вот такие очень надежные липучки. С этими липучками я тоже работаю достаточно давно. И вообще я являюсь большим поклонником одежды Triton Gear. И у меня для вас есть вопрос. Есть ли у вас одежда от производителя Triton Gear? Напишите, пожалуйста, в комментариях, если есть, то какая, а если нет, то какую вы хотели бы приобрести. А для тех, кто еще не определился с выбором, я оставлю ссылку на производителя в подписи под этим видео. Вы сможете перейти на официальный сайт производителя и без опасения заказать себе какой-нибудь костюм или другую экипировку. Ну, вернемся к костюму, да? Я сказал, что на рукаве есть карман, здесь есть карман. Также нагрудный, на влагозащищенной молнии. Есть D-кольцо, на которое можно прикрепить рацию или другую фурнитуру. И есть два втачных кармана вот здесь по бокам. Карманы очень глубокие. Вот такой объем кармана. Внутрь можно поместить какой-то очень объемный предмет. То есть сюда поместится и бинокль в этот карман. Вы можете в нем погреть руки, потому что внутри кармана флис. Это очень мягко и приятно. Загонная охота у нас проходит, когда уже наступает осень. И во многих регионах достаточно прохладно, поэтому флис в костюме — это очень круто, это никогда не лишнее. Давайте посмотрим, что находится внутри этого костюма. Расстегну молнию. Молния также влагозащитная, молния двухсторонняя. А теперь внутри костюма есть вот такое утепление. Это называется микрофлис. И такое утепление позволяет вам комфортно охотиться при температурах до -5 градусов, как я вам уже сказал. Все швы у костюма проклеены. Через них не пройдет вода. Есть утяжка внизу для того, чтобы вы могли подтянуть талию. Здесь есть внутренний карман на липучке, в который можно положить охотничьи документы, застегнуть, чтобы они у вас не потерялись. Ну вот, в принципе, и все, ничего лишнего. Давайте, наверное, перейдем к штанам.
На штанах есть два вторичных кармана, они также на влагозащищенных молниях. То есть все отлично, вот так мягенько работает. И у костюма Chameleon Pro минус 5 от Triton Gear появилась вентиляция дополнительная, принудительная, вот здесь, на бедрах. Вы можете ее расстегнуть и дополнительно обеспечить приток воздуха под штаны, если вдруг вы взмокли, и ваша мембрана Softshell 10 тысяч на 10 тысяч не справляется с вашим ритмом. Ну и, соответственно, на другой стороне есть такая же молния. Внизу костюма есть утяжки, которые позволяют отрегулировать нижнюю манжету. Она на резинке, и есть еще вот такая регулировка, которой вы можете ее подтянуть. В общем, ничего лишнего. И я думаю, настало самое время посмотреть, промок я после полторашки воды, вылитой на себя сверху, или нет. Я заканчиваю видео тем, что снимаю куртку, ну а вы делайте для себя выводы. Спасибо, что смотрели мой канал. С вами был Сережа Бакарди. Подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик. Ну и смотрите, на что способен костюм Triton Chameleon Pro минус 5 от производителя. Ну и смотрите, на что способен костюм Chameleon Pro минус 5 от производителя Triton Gear. Всем пока. Я абсолютно сухой.